да. Вы сами заклеиваете, а потом мы ставим. Да, сейчас подождите. Секундитесь, пожалуйста. Распишитесь, пожалуйста, что вы получили бюллетени. Поздравляем вас. Желаем, чтобы все ваши мечты сбылись. Who is a vice president of the assembly of the OSCE? Что даже если 100% оппозиции победит в этой Думе, при той структуре власти, как ныне есть, ситуацию серьезно изменить нельзя. Поэтому надо сделать первый шаг. Но не сделав этого шага в ходе выборов в Думу, невозможно сделать второй шаг. Наша точка зрения, первое, надо компенсировать отобранные у них вклады. Ленину досталось наследство очень плохое, а ушел из жизни, оставив твердый рубль, восстанавливающий хозяйство и новую экономическую политику. Мы считаем, ленинская новая экономическая политика и сегодня весьма актуальна для нашей страны. But we were here with a very large group from the OSCE Parliament 2 years ago, and I think we see quite an improvement. There's more sophisticated knowledge of politics. The campaigns are more sophisticated. Some of it in not a very attractive way. Когда мы проскочили, это уже художественная часть. Буквы вот. Че. Ну вот давайте че, пожалуйста. Ча, чо, чу, че, чи. Да? Или слова. Быстро колесо верчу. Не гори моя свеча. Греет солнце горячо. Вкусные пироги в печи. Ну где Чечня? Где война? Где перестройка? Где коммунизм? Где фашизм? Это потом взрослые дяди и тети навязывают нашим детям страшные идеологии и толкают их к страшной грязной войне. Я решил, естественно, пойти в эту Думу для того, чтобы уже наконец заявлять, использовать трибуну Государственной Думы о той фальсификации политических процессов, которые сегодня происходят в России, о том беспардонном политическом вымогательстве, иначе назвать это невозможно, которое сегодня совершают так называемые представители различных партий. Ouais. Les études chez nous.